Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю еще один вариант риса с овощами. Ранее я уже выкладывала видео приготовления риса с овощами, ссылочку на него найдете под видео. Сегодняшний рецепт немного проще. Он из серии, когда надо что-то сделать на гарнир, а кого не знаешь. Поэтому берем всего тройку овощей и по-быстренькому готовим этот рис. А он получается, кстати, очень вкусным. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Сегодня не буду утомлять вас показом подготовки продуктов, сразу иду к плите. В сковороде нагреваю 2-3 столовые ложки растительного масла. Кладу одну луковицу, нарезанную кубиком, одну натертую на крупной терке морковку. Обжариваю, помешивая, в течение 5 минут на умеренном нагреве до прозрачности лука. Добавляю нашинкованную пекинскую капусту, примерно 200 граммов. Нашинковала я ее не длинно, как любят говорить, квадратиками. Перемешиваю и тушу минут 5. Затем добавляю пол чайной ложки соли. Убавляю нагрев, прикрываю крышкой и тушу еще 5 минут. Кладу пол чайной ложки молотой смеси перцев, перемешиваю. И закладываю рис. Он уже отварен заранее до готовности. Во время варки я его солила половинкой чайной ложки соли. Сырого риса у меня было 160 граммов. Хорошо перемешиваю, прибавляю огонь, прогреваю все вместе еще 3 минуты и отключаю. И мой простой вариант риса с овощами готов. Благодаря добавлению капусты рис получился совсем не сухой. Гарнир довольно сочный. Я готовила его к котлетам, рецепт которых скоро будет на канале. Но могу сказать, что и как самостоятельное блюдо этот рис тоже будет весьма неплох. А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru, ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки, а если вы не подписаны, подписаться на канал. Приятного вам аппетита!